Спасибо большое, ребята. Секунду, вот, давайте. Спасибо большое. Историю должны знать. И давайте возрождайте, продвигайте, чтобы вот прямо можно даже вот для маленьких вот что-то организовывать, чтобы они с детства это знали. Потому что если не будем знать историю, будущего у нас нету, это уж все говорят. Да, спасибо большое. Интересно было. Здорово.